структура дерева должна была отпечатать. Но у нас так это не получалось, поэтому он начал нас говорить. Вопрос-то перезадать. Ну, ты хочешь, чтобы как, вас снимать по дороге или... Не, давай лучше стоя. Или, может быть, на лавку сядем? Чего мы все идем? Не, вы просто пошли, а что дальше? Давай тогда мы сядем на лавку, у лавки, и сядем, и я вот задам вопрос. Смотреть, ответственно делать, знаешь, чтобы там не допустить брак. Сами рабочие просили, чтобы меня привезли. И мы там бетонировали. Вот мне, я уже второй раз тут Лиза снимала. Бетонировать. Мне же не так просто вот забетонировать такое. Попробуй забетонировать. Это же не лепленая уже форма гипсовая. Форматоры делают. Сейчас Слава позвал. Я тебя слышу, ты что там микрофоном уговори. А, слышно? Ну пойдем этот, а то... Да я сейчас отсюда раскадрю его сразу. Ага. Давайте я вам расскажу, а потом пойдем. Слав, давай как проще. Проекту, вот мы здесь, у нас вот здесь вот песок. Хотя по первому проекту я уже говорил, тут железобетонные должны быть. Вот про зал Славы есть что-нибудь у вас рассказать? У меня в передачу это все не влезет, к сожалению. Я лучше к вам потом как-нибудь в гости приду с чашкой чая, с тортиком. Мы посидим просто. А вы все время на даче живете, зимой и летом. Ой, Слав, можешь мне вопрос вальт снять? Вот сними. Thank you.
держит. Нет, не держит, а женщина. Держит. Женщина держит знамя, а солдат колено преклоненный. На колени целует, да. Дает. Мы уже фундамент сделали. Да. Что, пойдем потом там вокруг? Вот он нам говорит. Женщина меч без, с мечом. Смотрите, это на камеру, это интересно. Долго, все, а он, вот у него ну что, снимаешь? Появились. Ну все, поговорили. Да-да-да, давай. А то сейчас... Кулак там, место узкое в бетоне. Там надо пролезть вот так, по-пластунски. Сейчас мы, наверное, не пролезем там. Если вот, это надо, да, раздеться надо. Хорошо, идем? Да, подожди, сейчас я посмотрю. Так, мы, значит, просто туда поднимаемся и все. Можно? Нет. Я скажу. Раз, два, поехали. У меня сегодня жена проснулась, стала меня расспрашивать про социализм и про капитализм. Да. Я говорю, а что это капитализм? Ты работаешь как совраз, и получаешь копейки, никаких тебе социальных. Может, поднимемся чуть повыше? Ну, может быть, на ту площадку? Или пойдем, вот, да, да, к монументу поднимемся. Там же сейчас не пойдешь до конца? Один раз мы стояли, значит, там еще монумента не было, только плита была. Это, приехал Чуйков и Вучеч. На могилку пришли пионеры вступать в комсомол. Какой-то все, большая группа. И с мальчиком. Там лет 10. В галстух подходят к нам и Василий Иванович, мы узнали, что вот вы здесь. Мы вот вступаем в комсомол, мы хотели бы, чтобы вы нам, так сказать, благословение сделали. Он говорит, пошли. Нам говорят, пойдемте все вместе. Так это с Чуйковым были? А? С Чуйковым были? Да. О-о-о. Он, значит, это Чуйков этих детей взял так, ну а мы за ним. Пошел впереди, мы за ними. На рыбалку. Ну, не рыбалка, а там вот остров против. Василий Иванович Чуйков любил? Об этом для него это самая главная страница в его жизни, которую он достиг, эту защиту Сталинграда. Хотя у меня предпочтение большое. Я лично с ним общение, но в присутствии фронта не было, немцы уже. Это 23 августа. Числа. Ну, я, наверное, уже говорил, что вот Родимцев. Вы снимаешь вот эти панорамки зеленые, красивые? Я все запишу, и, может быть, что-нибудь это хотя бы для потомков своих. Когда я это здесь работал, с центральных газет приезжали часто корреспондент. Чем-то расскажи, ну, как-то... В то время я про Ляльного, то, что я вам рассказывал, я им рассказал. Потом про то, как здесь вот резервуары были, там экскаватор работал, как зацепь, что патронов больше, чем земли было, значит. Ну, это, кстати, вот это расскажите. Да. У вас потом очень интересный рассказ, я правда. Еще жена принесла книгу «90 дней войны» здесь, в Сталинграде. Где-то ей там на работе, что ли, подарили, значит. Я стал читать, вот читаю, и думаю, не читал, а знакомые. А потом вспомнил, что то, что я рассказывал, там целые рассказы помещены. Ну, там они меня не упоминают. А. Конечно, хитрец. Нет, я вспоминаю. Кстати, как вас в титрах написать? Ну, вы же как-то ребенок Сталинграда, как это называется, да? Дети Сталинграда. Дети Сталинграда. Или что, вот работали здесь вы? Ну, строитель моего курганда. Да, инженер-строитель, да, и все. Какой там титул? Ну, там, принимаешь участие, кстати. Ну, инженер-строитель. А вы, что там, может быть, там, заслуженный строитель там в России? Было забетонировать. Они пришли.
под экскаватор углубляют дно этой. Эти резервуар мы сделали внутри, чтобы вода ни капли не выходила сюда. Но хотели здесь сделать это резервуар в город, в коллектор, чтобы если такие утечки, чтобы это видно было, чтобы отводить. Но коллектор не взяли, но сейчас настоящий туда шуруют, в эти все гаражи затопляют. А дирекции и не чешутся. Эта же вода может не только в гараже, а и сюда пойти. Неизвестно, куда она идет, где у них эти порывы. И они что-то не чешутся. Скажите, вот в приватных разговорах. 100 лет набирает прочность. А-а-а. Вот его такая, ну, расчетная, что 28 дней, и он набирать прочность и дальше, и если там разрушение, конечно, там не знаю, что они делают, может, но я смотрю, вот как швы они здесь заделывают.
что снял, то снял.